Всем привет! Мы сегодня играем в игру против секретную игру. Не знаю, что это за ересь, что за тулок. Ну да, мы сегодня будем играть в игру про телепузиков. Очень веселая игра. Знаешь. Короче, давай пошли исследовать. Окей, пойдем. Это мы игру играем первый раз, да? Довольно игра странно выглядит, особенно вот этот персонаж. Как видите, это телеп. Это что было? Я один раз это. Я один это видел. А что ты видел? Я видел какую-то фигню. У меня какой-то скример на секунду появился. Я вот, я вот. Что-то напоминает игру немного SCP. Слендера напоминает какого-то. Какие-то комнаты, это знаешь, это нет, это короче этот. Как эта игра называется? Это Outlast. О! Кого-то там пилят. Это что за фигня? Беги! Беги, беги в жопу! В жопу от этого места беги, там какой-то телепузик с бензопилой. Хотя ладно, давай вернемся. Беги! Беги, беги в жопу, беги отсюда! А! Бежит! Палим. Беги, 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 беги отсюда. Сколько тут видов маньяков? Что? Тут видов маньяков. Я не знаю, блин, что это такое? Тут какая-то фигня есть. Вообще, в чем смысл игры это? Я не понимаю смысл. Тут можно писать? М. Я... Самбел, Самбел! Я не знаю, у меня конченый чат открылся. Чё? Чё дальше делать? Убивает, алё. Блин. Чё делать дальше? М. М. Всё? Нажми escape. Короче, мультиплеер. Давай на сервер второй пойдем. Окей. Так, подключайся к типа там к чуваку кому-то. На второй сервак. Да, я на втором серваке. Так, ты где? Так, room name вот это, да? Ну. Как раз тут максимально уже 6 игроков. О, тут лес какой-то. Там был. Ну да. Я вижу тебя, я вижу тебя, я вижу тебя. Вот я, вот я. Привет, привет. Пойдем, пойдем, пойдем. Это знаешь, это Слендермен, короче, только тут телепузики. А? Почему там чувак подключился, и у него не красный, пойдем. Ага. Что такое? Сам да. Сам не знаю. Ну, это... Да кто орёт? Пойдем посмотрим на того чувака, который там сзади. Что это? Да вот этот... Вопрос, Чё? Ну ладно, короче, пойдем. Ну да, это игра. Нет, это пора. Это какой-то как какая-то говенная игра. Если вы хотите поугарать, идите в эту игру. Если что, мы можем даже тортиков играть на втором сервере, может. Я нашел какую-то штуку. Это кашки. Тут кашу какую-то искать надо, как я понимаю, да? Да, надо всю кашу собрать, а потом. И потом обосраться. Ну я нашел кашу. Я тоже. Где-то 4 нашел или 3. Че это? Смотрите, золото. А. Там смотри, смотри, камеру включи. Алло. Камеру включи, посмотри. Ты че за дебилы? Бежим! Бежим, бежим! Беги, беги, это какая-то фигня! Там какая-то орда, как какой-то твари бежит. Там какая-то орда бежит вонючая. Мне даже лагает игра немного. У меня не лагает, но... Ты видел, что это там за орда побежала? Я видел. Ну, кстати, да, оно у меня тоже лагает, когда я вон туда смотрю. Но не лагает, а у меня FPS низкий, 30. О, у тебя 30 FPS целых? Когда я смотрю туда. Ой, это что такое вон там? Слышь?
Знаешь. Видишь, он там спереди какая-то горилла. Давай подойдем, а. Ладно. Это что такое? Ой, она догоняет. Беги, беги. Это что такое? А где она? А где она? Где эта горилла? Пошли в этот домик. Это, кстати, домик телепузиков. Как я... Сюда можно зайти? Там был горилла, горилла, горилла. А, я вижу. А что это такое, вопрос? Это что такое? Это что за кубик летающий, вопрос? Это что такое? Это что такое? Беги отсюда. Это что за фигня? Какие-то кубики. Это... Вот. Что за говно? Пошли в жопу, а? Мне кажется, знаешь, здесь невозможно пройти, потому что вот эти чудики. Так, нет, сюда. Это будут игроки. Ну, интересно. Мне, знаешь, удивляет то, что в нее еще кто-то играет. Ну, это да. Довольно странно. Ну, если у кого-то компьютер совсем слабый, ты хочешь полковку из них, например, выучить. Так, патапам, да-то. О, каша. Еще три надо собрать. Три кашки нужны. Нифига там чувак летает, видишь, да? Да, там, наверное, админ. Мне кажется, его кто-то подкидывает. Нифига не видно. Мне интересно, зачем тут этот фонарик? Он ничего тут помогает. Ну, знаешь, типа, когда темно, то может он и поможет. Я представляю, если тут будет, если есть тут, знаешь, типа такая фигня, смена дня и ночи. Ну, это бы было бы прикольно, если бы была такая фигня. Не, есть какая-то новая часть, когда выходила, я помню, где-то четвертая или третья часть, там графон получше и побольше всякого добавили. И это баги некоторые исправили, все остальное. Когда я слышал, баги исправили. Это я слышу, это какая-то самонука. Какая-то фигня, и где эта каша вообще? Подумай. Вот я смотрю, тут никакой каши нету. Вот это... Я представляю, сейчас это горилла насыщена. Там даже телепузики сами страшные, вот эти, за которых мы играем. Ну да. Чё это там в небе летает, вопрос? Пуст, это же типа этот, админ. А, кстати, и возможно. Пуст, это же привидение, да? Гест — это гость переводится. Даже ночное видение есть у этой камеры. Ну да, я говорю, это аутласт какой. Вот это что за леденец? А, на У нажми. Ух ты ж, скример был. Опять. У вот это. Там это приближение. А Q уменьшение. Я знаю. Ты так выглядишь. Так, ладно, побежали дальше. Я сдох. Там какая-то макака побежала. Ты чё, ты умер? Тут и... 30 появилось. Ты живой? Ну у тебя, по сути, сейчас... Вот, подключайся. Давай. Охренеть, это страшно. Наша цель. Мне интересно, какие тут монстры, алё? Ну, там, знаешь, там на картинке довольно какой-то страшный монстр был нарисован. А представь, если новую часть скачать совсем? Наверное, будет там прикольнее. Там графон получше будет, так. Знаешь? Алё, а вот. Вот здесь нужен, но... здесь уже, уже свет нужен, вот эта камера нужна. Ну да, вот я смотрю, вот просто тут можно будет увидеть этих монстров, только почему-то тут какой-то пустырь вот тут. Так, это кто он там? Ну-ка, это кто он там? Так, вон этот монстр!
Вон он, я вижу его, я вижу. Он вон там. Он вон там идет. Можешь вот вперед посмотри и приблизь. Видишь, там черная штука? Погоди. Через Е приблизь. Через Q приблизь. Да, прям вперед вот приблизь. Там такая. Она так немножко двигается. Да, и вот прям приблизь полностью. Максимально. И там вот эта черная штука идет. А, да, вижу, вижу. Это какой-то рейк дерганный. Мне кажется, у него эпилепсия, ему нужно помочь. Так, ладно, давай, давай-ка пойдем, а? Давай туда пойдем, а? А, ну давай, хе-хе, пошли. Надо надо для зрителей же контент, сейчас будет контент. Хайпанем, а где он? Погнали. Да. Короче, пошли эту хейт. Ты видишь, где он? Вон он. Я вообще ничего не вижу. Включи камеру и посмотри. Да. Вон этот рейк идет. Рейк, пацаны, сюда иди. Эй. Пацаны, это контент. Это секретная съемка. Вы таких файлов больше нигде не увидите. Голой жопой Рейк идет срать. Привет. Смотри, а кашется. Привет. Сейчас он кашу обрыгает, чек. Это ж каша. Бежим. Бежим отсюда, нахер вообще. Пацаны. Ты за мной бежишь? Это капец. Ты за мной бежишь, я надеюсь? А я за тобой. Хорошо, что тут прыжки такие прям длинные сделали. Он бежит за нами. Ух. Как будто на Луне. Да. Игра выглядит как Outlast. Немного. Так. Типа в звуке. Ага. Понятно. Какой-то как лабиринт, орел. Ну да. Лабиринт. Мне даже эта игра немного понравилась. Ну да, она довольно странная, конечно. Знаешь, по ночью поиграть, знаешь, стрим. Да, конечно. Он за нами бежит до сих пор. Да прыгай. Ты серьезно? Ты посмотри назад. Я видел, там что-то как руками прям шевелило. Ну вот так. Короче, будем этого называть SCP охотник. Это Рейк вообще, не SCP. Кто подкрался? Я даже боюсь назад смотреть. Тупо боюсь. Ну интересно, он отстанет от нас или нет? Мне кажется, мне сердечко. Алло, он опять же. Каша. Ты че, реально за кашей пошел? Ай. Нет. Как пиздец. Там вот это мне не подходит тут. Так, подожди, я проверю. А, он прекратил, походу, с нами бежать. Слышь? 4 кашки. Ух, я даже тебя испугался, как где-то. А чё за гест, кстати, к нам присоединялся, видишь? Видел? А! Он бежит за нами! Это курочка. Беги от этой курицы! Я и так бегу. Алло. Ой, жопа! А жопа! А нельзя бежать. Как где-то. Это же... Ля, какая игра, просто ля. Ля, аутист бежит туда. И кончено. Он от каждой секунды просто пугает. Ты понимаешь, а я так давно не обсирался. Даже в The Forest не страшно. Вот, кто знает, тот поймет. Я скину видео на прошлое. Там мы играли в The Forest, там и то не так страшнее было. Там тупо был страх. Там был страх сдохнуть. И просрать все ресы. А тут страх. Да одновременно. Да тут сдохнуть-то не. Ну, сдохнуть-то ладно. Просто пугает сильно. Знаешь, от каждой секунды даже неизвестно, откуда это чудище появится просто. Просто неизвестно. Там появится, может, из какой-то тундры и такая, ку-ку, ёпта. Это ты? А где это чудище? Оно тупо может даже сзади тебя напасть, там, я не знаю. Оно знает,
где ты находишься. Это то же самое, как чужой, вот этот, знаешь, типа он охотится за тобой по запаху. Опять там, это, вот этот, там, видишь, там просто какой-то гест летает. Неизвестно, что это такое. Ну, и мы куда-то упали. Ну, я через камеру бегаю, кстати, так удобней. Смотри, охренеть. Ничего. Бежит. Просто через камеру обернись и посмотри на гору. Нет, я не хочу даже туда смотреть. Жопа, он охренеть, быстро, это нечестно. Идите. Знаешь, это... Он пишет... Мне понравилось. Нам пишут, идите в руины. Транспорт. В руины. Быстрее туда. Так, я вижу руины, вон они. Интересно, кто тут присоединился к нам? Тап, можно нажать? Ты безурасный. Это что за... Ты видел это? Там еще больше. Алло, я уже сдох. Я сдох. Как возродиться? Нельзя, походу. Ты сдох? Да. Алло. Да, я сдох. Короче, дорогие друзья. Да. Это была игра. Ну да, я тоже полагаю, это тоже можно закончить. Всем удачи. Короче... Ну что ж, полагаю, можно на этом заканчивать. Это была игра про телепузиков довольно страшных. И всем пока.